Старость в радость. Сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. В госпитале для ветеранов войн по этому случаю устроили чаепитие с концертной программой. В учреждении курс лечения проходит 65 пациентов, среди которых ветераны боевых действий, труженики тыла, дети войны. С праздником их поздравил и мэр Наиль Магдеев. Я хотел бы сказать огромное сыновье спасибо за то, что вы сделали и здесь, в городе Набережные Челны, и у себя, в городах и районах, в которых вы проживаете. Помимо добрых пожеланий от высоких гостей, для постояльцев госпиталя специальную программу подготовили и творческие коллективы города. Не обошлось и без по-настоящему теплых подарков. Пациентам вручили одеяло. По словам пенсионеров, к празднику они готовились заранее, но, несмотря на это, немного волнуются. Я благодарен, и моя супруга тоже самое. За то, что вот организовали такой прекрасный встречу с ветеранами, с пожилыми людьми, которые заслужили этого, конечно. Всегда мы ждем этот день для нас, для ветеранов, пенсионеров, как говорится, ждем всегда уж. Все готовились. Это у нас уже традиция. Мы встречаемся вот так вот с ветеранами 9 мая, поскольку мы госпиталь, и 1 октября в День пожилого человека. И люди с нетерпением ждут этого. Некоторые специально ложатся для того, чтобы попасть вот на такой праздник.